Продолжаем программу. Востребованный специалист, эрудированный и добродушный человек. Так отзываются об Игоре Андрюшине коллеги. Кандидату технических наук и главному инженеру управления главного энергетика ПАО ММК было присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». С госнаградой его поздравила и наша съемочная группа. Коренной магнитогорец Игорь Андрюшин в свое время окончил МГТУ по специальности электропривод и автоматизация промышленных установок. На ММК пошел по примеру родителей. Начал работу в листопрокатном цехе номер 10. Устроился в 10-й листопрокатный, в пусковой, по сути, цех. Соответственно, там была такая жаркая пора. Сначала монтажа оборудования, наладки, потом пусковой период. В ЛПЦ-10 Игорь Юрьевич сначала трудился электромонтером, далее бригадиром, мастером и старшим мастером. Затем перешел в ЛПЦ-4, занял пост помощника начальника цеха. С января 2005 года Игорь Юрьевич работает в управлении главного энергетика, в настоящее время главным инженером. В подчинении Игоря Андрюшина техническая группа, отдел эксплуатации электро- и энергооборудования, диспетчерская служба и центр энергосбережения. Развитие крупного металлургического предприятия без энергетических ресурсов невозможно. Основные задачи подразделения управления главного энергетика остаются неизменными вот уже более 90 лет. Выработка и распределение всех видов энергоресурсов, утилизация вторичных ресурсов, решение экологических задач. Энергетическая служба комбината играет важнейшую роль в обеспечении бесперебойной работы агрегатов и производств ПАО ММК, стабильно снабжая их электроэнергией, газом, водой, паром, продуктами разделения воздуха, а город – теплом. Энергопотребление комбината год от года растет. Соответственно, если, можно вспомнить, там 15-20 лет электропотребление комбината достигало там 700 мегаватт, то сейчас она уже переваливает за 800. Один только электросталеплавильный цех ПАО ММК требует серьезного энергопотребления. Две электродуговые печи. На каждый установлен печной трансформатор мощностью 150 мегавольт ампер с потреблением 130-140 в определенных режимах мегаватт. Ну, для сравнения, это вот один трансформатор такой мощности. Для сравнения, город Магнитогорск, весь город Магнитогорск, причем это не только социальные, имею в виду жители, но и все небольшие предприятия, потребляют 150 мегаватт. В копилке профессиональных наград Игоря Андрюшина министерские грамоты и от администрации города. Специалист неоднократно отмечен на всероссийских конкурсах технических проектов и достижений, изобретения, внедренные на производствах. Игорю Юрьевичу присуждена медаль Петра Великого. А не так давно профессионалу энергетического комплекса за личные заслуги было присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Церемония вручения почетного нагрудного знака впереди. А пока Игорь Андрюшин принимает искренние поздравления от коллег. Человек довольно-таки грамотный в части технического плана, в части энергетического плана, очень разносторонний человек, эрудированный. Поздравляем Игоря Юрьевича с получением почетного звания, награды. Вот. Желаем ему добра, счастья, здоровья и побольше успехов в труде и в жизни. Сотрудникам, коллегам надежной, спокойной, стабильной работы. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.